мечта, где люди умеют летать, быть легче воздуха или учиться падать. Но пока душа имеет хоть какой-то вес, на этом небе для нас нет свободных мест. Мы захотели туда, где люди умеют летать, быть легче воздуха и не учиться падать. Но пока душа имеет хоть какой-то вес, на этом небе для нас нет свободных мест. Переводили на шепот то, о чем нужно кричать. Сначала это не все, что в плечах, потом побеждает отчаяние. Когда-то стимул к жизни давало открытое небо, но люди, которые там наверху, придумали новые правила. И этот голос внутри так незаметно исчез. В онлайн-эфире с белыми крыльями пишет развязку без ухмылки в спину вопрос: зачем ты вообще туда полез? Для тех, кто пытается верить, на этом небе нет мест. Мы захотели туда, где люди умеют летать, быть легче воздуха и не учиться падать. Но пока душа имеет хоть какой-то вес, на этом небе для нас нет свободных мест. Мы так хотели туда, где люди умеют летать, быть легче воздуха и не учиться падать. Но пока душа имеет хоть какой-то вес, на этом небе для нас нет свободных мест. Я не пытался менять слова на пустые звуки. Это не лирика волны FM, это плод моих мыслей. Кому-то проще считать препинания и буквы, а мне не хочется жить в формате денег и чисел. Я видел, как с этого неба падает белый снег. Так почему так много грязи для тех, кто внизу? Я видел, как несли свет не ангелы, а человек. Тот, кто выше, вынуждал уходить до карниза. Да к черту вообще суррогат этих псевдоидиллий. Нашу свободу не подпустят к Олимпу, даже на мире. Мы переводили на жесты суть моих забитых депрессий. Не залавая, я лишь хотел показать, что мы можем быть вместе. Формат планов на пластик, проекты новых проектов. Все просчитать, нажать на рэк, поддержку формул успеха. Меня попросят быть выгодным и делать наоборот. Тогда я останусь на дне, но буду писать для тех, кто поймет. Мы захотели туда, где люди умеют летать, быть легче воздуха и не учиться падать. Но пока душа имеет хоть какой-то вес, на этом небе нет свободных мест. Мы захотели туда, где люди умеют летать, быть легче воздуха и не учиться падать. Но пока душа имеет хоть какой-то вес, на этом небе для нас нет свободных мест. В итоге, где люди, а где полубоги? Обратно не вернуться здесь, кому что дорого. Кому-то золото снится, кому-то пыли дороги. Во многом не угадать, а в малом так легко ошибиться. Что лучше теперь? Это небо или земля? Или вообще не надо думать о чужих границах? Не привыкать менять свои чувства на воздух, когда не все равно на проходящие мимо лица. Мы так хотели туда, где люди умеют летать, быть легче воздуха и не учиться падать. Но пока душа имеет хоть какой-то вес, на этом небе для нас нет свободных мест. Мы так хотели туда, где люди умеют летать, быть легче воздуха и не учиться падать. Но пока душа имеет хоть какой-то вес, на этом небе для нас нет свободных мест.